Здорово. Вот это я спал, конечно. Почти тревела. По-ро-по-по. Hello, my friends. How are you? Привет, друзья, всех, как не всех, конечно, всех причастных с праздником. Всех поздравляю. Поздравляю. Поздравляю, друзья, поздравляю. Я спал, потому что я сегодня проснулся. Точнее, не спал, поехал в мечеть. Потом по гостям. Потом я приехал домой, уснул. Думаю, перед стримом посплю. Проснулся, пиздец. Когда в Москву шма? Подожди, шма, видишь, дома нахожусь. Вот видишь, праздники, не праздники. Здорово. Че пахан сказал Камри? Сказал, да, охуенная машина, сказал. Заебись, так он сказал. Не заебись, Кир. На чем поехать? А где ключи от Камри? А ну, покажите, бачи тревелы. Так, ключи от Камри. Денис Глушакович, бачи читривела. Пуру-пуру-пуру, бачи читривела, мэра фай. Покажи кибитку. Сейчас на улице видим, сейчас, секунду. Ключи Камри. Так, крепление забрать, потом поехать в Валберис. А в Валберис, я посмотрю, мне пришло СГУшка моя. ВБ. Так, секунду. Заказ приехал. О, приехала. О. Сразу видно праздник дома. Кушать вкусно. Черешня, блин. Сок. Да будет праздник. Хорошо здесь, бля. Самый любимый. Везет гаду. Приходите, угощу. В смысле, сок за косарь? В натуре 1000 рублей стоит? Дорогой сок? Да? Тогда выпью больше. Напомните, все, что дорогое, нужно больше есть и пить. Ладно, еще чуть-чуть. Ладно, до конца, ура. Бля, закончился, приколи. Хороший был сок. А здесь что? Вах, бачи, читривела. Мурахова. Бачи, читривела. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас стрим Апшеронский легкий выдвижной вечер. Сегодня по планам у нас взять автомобиль, поехать за супер новым инновационным креплением, потом заехать в Валберес, забрать СГУшку, которая пришла мне, и рогатку, потом приехать и помыть Джордана в его любимой бассейне. На Лисяне поедем? Не, на Лисяне папа поехал. О. Ну так, нельзя двигаться по городу? Так, мне нужно что-нибудь. Снюс еще надо купить. Прикольно. Снюс. Ну здорово, дружище. Чё? Какие тапки? Это домашние. Чё сидишь? Кого ждешь? Ладно, отдыхай. Самый ленивый кот в мире. Так, где наш брат Джордан? Привет, Джолик. Чё делаешь? Сидишь? Поздоровайся. Где Джордан? Сегодня будем кайфовать, Джордан. Где твоя ванна? Так, ванна здесь. Короче, вы, наверное, думаете, блядь. А что произошло, Равшан? А ничего, отец взял просто кибитку и ебанул, понял, на улице. Я не знаю, почему отец такую огромную кибитку построил, я не понимаю. Просто ему кайф было. Я, клянусь, не заходил сюда специально. Пока что. Да, это что? Подожди, я не понимаю, почему такая высокая? Чтобы вы понимали, это кладовка будет новая. Поняли? Вон то все сюда прилетает. А это знаете что? Вот это знаете что такое? Вот это. Кто догадается? Какой туалет, какой душ? Это Джордана будка новая. Я вам все отвечаю. Тут Джордан будет жить. Прикинь? Мало? Ебался, что ли? Новые апартаменты для Джордана. Так, проверка шампуня. О! Зоошампунь. Экстрадыш ромашки. Здоровье животным.
Шампунь есть. Срок годности. А, колено. Ай, блядь. Проверка. Какой нахуй срок годности, фрик? Срок годен. Блядь, как проверить? До 2-го 23-го. Ебать. Просрочилась, ебаная жизнь. И чего теперь нельзя мыть? Он что, кошкой станет, что ли, если я помою? Ничего страшного, Джордан. Помою тебе просроченным шампунем, братан. Да? Хочешь? Чего смотришь? Ладно, пойду новый, куплю новый. Если кому-то жопу надо зарядить, у меня дома домашняя станция есть. Так, все, поехали. Смотрите у нас. Смотрите, как растет. Вишня. А это мое. Это мои годы, ебать. Стоит строжайшая, блядь. Ебать, выхлоп, охуенный холодный пуск. Холодный пуск. Холодный пуск. Бля, шептуна пустил, точнее, обосрался. Тотал. Тихо, тихо. А что с рулем? Ну, он был какой-то хуйней вот этой обработан, покрашен, видите? И вот она стерлась, и вот это осталось. А на море белый песок. В лицо. А ну, детишки, мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые и сори, и тры-тры-тры-тры-тры. Увидеть не хотите ли? Ой, блядь, жидкий мне пернул, сука, пока хотел. Когда я ехал с Москвы, через 3 дня приехал грейдер на улицу и выровнял всю улицу. О! Друзьяшки, вы меня подождете? Или как сделаем? Или зайдете? Ладно, забери. Пошли, пошли. Это, кстати, это получается 16-я школа. Вот здесь прошло все мое детство. Вот на этой площадке. Видите площадку? На этой. Вся молодость прошла. Футбольчик. Мальчик походит на гачков. Здравствуйте. По QR-у. Сейчас, секунду. Спасибо. Молодец. Хорошо. 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 Вот он. Добулю, бэ. Добулю. Распаковка СГУ, чек. Я такая киндер не видела. А как ее подключить? К фаре? А это что такое? Вот это? К интернету? Нахуй ты что нужен? А. Как это? Прием, прием. Алло. А что, нету для прикурителя хуйнюшки? А я могу ее напрямую к прикурителю ебануть прям сейчас? Вот так, в прикуритель ебануть могу ее? Не ебануть меня? Ладно, сейчас приедем домой. Едем за супер-мега-гипер охуительным креплением. Меня снайпят, уходим. Меня заснайпили, уходим. Я чувствую сзади спина. Пусть даже солнца не видно. Говорят, здесь нехуй ловить, но... Но мы... Пылью. Здесь без маски. Сказку сделать пылью. И время шепчет. Ты чё, хуйсос ебаный пишешь в чате? Какое говно песня? Какой F? Аллу. Взять Аллу, чтобы купить снюс? Это же, блядь. Как поставить СГУ, дай знать, где будешь, я на личках тебе напишу с кайфом, подъеду шефу под протокол, пошел нахуй сюда. Я сейчас позвоню Алле, она выйдет на 1 минуту, чтобы я, чтобы 1 минуту увидеть человека, что ли. Мы мутим то, что помогает жить нам. Аллу, по-моему, с Джорджином. Домой нельзя. Чужие девушки домой нельзя, ребят. Домой только жену. Блин, и где ты ебаный озон, блин? А,
мутылу на Валбере заказал. Как оно? Ты здесь, брат, сегодня? Пойдем. А? Нет, брат, в ТикТоке. Да ладно, не ври, только что смотрел. А зонт проехал. На четвертой школе зонт, да? А? На четвертой школе зонт. Да? Что-то я неправильно поехал, знаешь? Хапнуть домой. Да. На туре? А что есть? Так, все. Все, брат, спасибо. Буй, блядь, я припарковался. Ой, блядь. Это же, пацаны, супер, ивана-тваная. Мутелло, что-то не то купили, слышишь, походу? Мутелло! Переверни. Что, ты дал б***ь, что ли, блядь? Ты что, блядь, как переверни, блядь? Подожди. Это не то. Это мои годы, ебать, блядь. Подожди. Так, вот такая хуйнюшка есть еще. Так, хорошо, вот так. Вот так, подожди, вот так, или как? Я нихуя не понимаю, как это работает. Вот я сейчас поставлю вот так телефон, а вас возьму. Это вообще пиздец. Ебать, так это хуйня. Да не так работает, Мутелло. Они меня видят, брат, я не могу. Что за хуйня, блядь? И как это? Подожди. О, поехали. Я не знаю, какой сейчас вид, но мне кажется, я похож на долб***а в этой хуйне. Ну, мне по***, в принципе, слышь? А вы, блядь, что-то видите вообще? Вы же только торпеду видите. А что так низко сижу я? Сейчас поднимусь выше. Поднялся на максимум. Как вам? Норм? Все. На голову лучше. Я тестирую крепление. Подожди, отъебись от меня. Я понимаю, что крепление выше выгнуть, но вообще вот так было бы охуенно, вот так. А как это сделать? Я маленького роста, блядь. Да, но с этой хуйней на шее ездить, это вообще пиздец. Интересно, как я выгляжу? Дай я себя сфоткаю со стороны. Я не знаю, видно? Короче, поехали. Я не знаю, W стрим или не W. Pulling back the curtain by myself, take a look, ayy. I'm a bar spitter, I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned, but I'm still a dark nigga. Мне кажется, я очень как долб***ь выгляжу в этом. Клянусь. Ласточка моя. Сам смотри, я как еду, охуеешь? Наташа, привет! У меня человек встал, и я телефон на него поставил. Наташа! К пузу прижал. Наташа, приезжай в Апшеронс. В этом мире я гость непрошенный. Отовсюду здесь веет холодом. Обстоятельства. Пацаны, надо шампунь покупать, он же не просроченный. Покупай. Всего лишь год, блядь, просроченный. Так, тест крепления прошел неудачно. Ставим это укрепление минус рэп. Ладно, поехали за шампунем, блядь. Салам алейкум. Натар санай. Да, нормально, сан асильсин, брат. Барон дороголсин, брат. Эй, мисин. Давай, встаем, ключ за ключ. Слышь, у меня на кадре с моей стороны не управляется вот это зеркало. Что за хуйня? Ну пойдем, блядь. Го бассейн купим. Я один раз купил бассейн Джордана.
12 секунд стоял он. Сейчас снюсик закинул. Пойдемте за шампунем, блин. Друзья, ебать. Я вас даже не вижу, потому что солнце светит. Санька, машина стоит. Не, ну, микро F был. Так, куда вас поставить? Там пиздец не ловит. Живите своей жизнью. Все. Давай. Вы что, еще здесь? Пойдем. Еб, чего вас никто не спросил? Я купил такой шампунь. Вот. Только он годен до 25-го года. Какая нахуй разница? Как будто бы что-то будет с ним. Минус рэп. Бросил нас на центре улицы. Уже большие, не потеряйтесь. Уже, бля, большой мальчик, блядь. Раф, смотри, шампунь не перепутай. Вот, луговой. Для собак дельтаметрин. Экстракты ромашки, календулы, мать и мачехи. Мамы. Все, поехали мыться? Ну, в смысле, Джордана мыть? А я не знаю, как мне СГУ что-то, бля, вот, ну, нахуй, вот потом говорите, вот, ёбаные стримеры, бля, мы пешеходов пропускаем, не нарушаем, он, бля, ездят, 4 человека проехало, его не пропустило, бедолагу, ёбаного, не ёбаного, а просто. Знаете этот трек? Mas o hit vem trazendo, vai o Nelinho, bate de trivela. E o Henri, bate de trivela. E o Guilherme, bate de trivela. E o Ricardo Quaresma, bate de três dedos nela, vai na Camura, bate de trivela. O Cicê, bate de trivela. Denis Kuchakov, bate de trivela. Também o Quaresma, bate de três dedos nela. Это и такой охуенный трек, и да. Так, давайте, суки, ко мне. Так, СГУ. Бачичи тривела. Мы привыкли. Что ты там пернул? Мы привыкли, что ветер в камеру на твоих стримах дует. Смотри, что в жопу не задуло тебе, козел. Эндрила. Симба, ты спишь? Что делаешь? Ох, блядь. Тигр, ебать. Это мне нужно оголить провода, да, сейчас? Денис Глушакович, бачичи тривела. Так. Я обосрался. Провод на плюс, потом на массу и любой металлический болт. А, реально? Ты думаешь, что это масса? Алло. Алло?
Она 2000 рублей стоит. На бочке прижимаемся. Здорово, блядь. Бычка. Как? Что ты, ебнутый? Алло, алло, алло. Почему ты ее делаешь? Она ебать какая громкая. Ты варан. Вечно. Осуждаю. Курдир сейчас, бля. Лишение прав. Мне похуй, я за рулем не еду. Я экспериментирую, как говорится. Ради эксперимента. Ничего личного. Сейчас сядет. Мне похуй на ориентировке, я не буду это ставить в машину. Наверное. Бля, какая охуенная штучка. Похуй. Сидит похуй. Громко. Все, в пизду. Убирай. То есть вы хотите сказать, что вот эта штучка за 2000 так сильно ебать. А я могу сделать какой-нибудь такой прикол, эти провода сделать под прикуриватель? У меня жопы хватит так сделать, или я слишком тупой для этого? А как это сделать? Ладно, дядя, папа приедет сейчас, пообщаюсь. Нема точно сможет. Что это, рогатка? А чем стрелять? Собери. Ладно. А как? Такая хуйня. Так. Тогда, получается, рогатка готовится, ракетка, бля. Главное, не входить в азарт, 1.2, 1.3 забрать, как говорится. Ага. Блядь. Чё б запустить, нахуй? О, орешки. А ну её вас стрельнуть. А чем вас стрельнуть? Чем бы вас стрельнуть? Вот это. А ну стой. Так. А как стрелиться? Как целится? Вы живы? Знаешь, как я делаю в таких моментах? Добивающий. Просто уничтожил. Просто вас уничтожил, нахуй.
Сколько забрал у них шмоток нога, сколько они у них стоят нога. Я вижу нефура стоит на улице, через секунду лежит, упал. Бабские шмотки тебе не помогут, ты транса, я жесткий мужик.